А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, что ли, позиция, сейчас покажу карту привоз, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были научены. Поэтому мы развязали эту войну, у нас 40 часа. Хорошо, что начали. Биологическое оружие, самые большие электростанции атомные.